Это музыканты запорожской группы «Хорта». Отныне популярные запорожские группы каждый вечер будут исполнять в прямом эфире разговора свои хиты. Это одно из главных новшеств весеннего сезона программы. Всегда живое выступление интересно любому музыканту. А если ты можешь еще живое выступление соединить с живой телевизионной картинкой в прямом эфире, на такие эксперименты, к сожалению, ты не часто можешь выходить, потому что не каждый телеканал берется за такое. Ну и не каждая группа на самом деле готова выступать не только вживую, но и в прямом эфире. Поэтому для нас это тоже вызов, это какой-то эксперимент. По традиции в гостях у ведущих интересные личности Запорожья. Мы полноценно запускаем жанр такого light night show, и это уникально для всего Запорожского. Что там Запорожского? Украинского телевидения. Чтобы успеть обсудить все самое интересное, программа «Разговор» теперь будет идти в прямом эфире не полчаса, как раньше, а 45-50 минут. Впрочем, главные традиции остаются неизменными. Но неизменным остается то, что телезрители телеканала ТВ5, как и прежде, являются основными участниками, главными участниками нашего разговора. Что это значит? Они, как и прежде, могут писать в социальные сети, контакты, Facebook, там наша группа ТВ5, задавать вопросы, высказывать свое мнение. Мы все зачитываем в прямом эфире, более того, разыгрываем призы за лучшие вопросы. И, конечно же, зрители программы могут звонить в прямой эфир и непосредственно задавать вопросы гостям. Минута до эфира. Все на своих местах и полная готовность. Готовы? Да, все. Добрый вечер, дорогие телезрители. В первой программе нового сезона поговорили о моде, красоте и здоровье. Пока ведущие на площадке, за кадром не менее усердная работа. Пятерочка, в гостях у ведущих запорожские стилисты и дизайнеры. В прямом эфире они показали самые стильные вещи и аксессуары. Также на разговор пришли и девушки, которым удалось создать идеальную фигуру. В прямом эфире они поделились с телезрительницами своими секретами успеха. Впечатления, конечно, после программы остались самые теплые, самые положительные. Огромное спасибо за это приглашение на эту программу. Супер ведущие, супер атмосфера. Ну и вообще все понравилось. Я пришла в гости к хорошим людям. Мне очень нравится ведущий программы «Разговор» Наталья, Максим. Они просто замечательные. И время в такой компании потрясающе летит просто незаметно. Очень по-доброму и позитивно. Следующие программы будут не менее интересные. Смотрите новый сезон программы «Разговор» каждый вечер со вторника по четверг в прямом эфире. Начало в 21:15. Евгения Маловик, Сергей Чалый, ТВ5.